В Махачкале задержан мужчина за попытку сбыта килограмма мефедрона. Подозрительного молодого человека сотрудники правоохранительных органов заметили возле одного из домов по улице Ташкентская. При личном досмотре 23-летнего мужчины были обнаружены и изъяты 32 свертка с порошкообразным веществом. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел. В ходе допроса мужчина пояснил, что, получив команду от куратора, расфасовал наркотики на пакеты и планировал сбыть вещество в разных точках города.